Сергей Попов работает в водоканале, а по вечерам помогает инспекторам ГИБДД. Трудоустроиться туда не планирует, просто хочет, чтобы на дорогах стало меньше пьяных водителей и лихачей. Следит за соблюдением правил парковки, может быть понятым. Полуночные отлучки семья понимает, по крайней мере, старается понять. Как они могут реагировать? Нормально. Бывают такие ситуации, что соберемся на какое-то мероприятие, а тут вот дежурство. Поворчат маленечко, что же сделаешь? Дежурство есть дежурство. В первой добровольной дружине ГИБДД всего 16 человек. И все они как на подбор. Коммунальщики. Подобные группы в водоканале существовали во времена СССР и в 90-х. Сейчас традицию возрождают. В ее состав входят не только сотрудники АКС, не только сотрудники филиала АКС «Амурводоканал», но и других компаний. То есть она абсолютно открытая, любой желающий может прийти и поучаствовать в безопасности. Естественно, АКС поддержит их премией. Работает дружина с прошлой осени, дежурят добровольцы раз в неделю, по пятницам, с 9 вечера до 2 часов ночи. Но инспекторы помощь на добровольных началах используют по максимуму. Помогают в борьбе с правонарушителями, где-то выявляют их сами, где-то помогают в борьбе с ними, то есть когда, например, кто-то оказывает там какое-либо неповиновение. Их привлекают также при больших, мероприятия городского масштаба, то есть какой-нибудь день города, какие-то мероприятия, связанные с перекрытием улиц. То есть их ставят на определенные участки уличной дорожной сети для оказания помощи. Полномочия добровольцев в ГИБДД планируют расширять. Скоро они смогут выезжать на ДТП и помогать полицейским оформлять протоколы. Юлия Мишурнова, Наталья Спицына, Денис Лугов. Программа «Город».